пятницу в Самарской области будет ясно и малооблачно. Местами пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Станет чуть прохладнее. Температура днем плюс 17, плюс 23, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани малооблачно и небольшой дождь. Днем плюс 22 градуса, ночью плюс 15. Ветер северо-западный, скорость 5 метров в секунду. В Тольятти ясное небо и без осадков, плюс 21 градус в дневное время, ночью 16 выше 0. Северо-западный ветер 6 метров в секунду. В Самаре малооблачно, с утра возможен дождь, дневная температура 21 градус тепла, ночью плюс 15. Ветер северо-западного направления 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 61%, температура воды в реке Волга 21,5 градуса, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.